Опа, ты зачем так разоделся? Сейчас же не Новый год. Что было, то и надел. Как я должен к 8 марта нарядиться? Восьмерку, что ли? Знаешь, тебе по фигуре подошел бы больше нолик, лежащий на боку, знаешь, застрявшим числом 11, так вот, посередине. У меня с собой ручка, сейчас как пульну. Ладно, ладно, ручка есть, значит, и записывай. Записываешь? Записываю, говори давай. Дорогие бабы. Бабы? Да, бабы. Хотя нет, подожди, стоп, стоп. Бабы звучит некультурно, вдруг еще обидится. Зачеркни. Напиши, дорогие женщины. Написал? Написал. Погоди, они не подумают, что мы их таким образом считаем за продажных? В смысле? Ну, в смысле, что они дорогие, потому что дорого нам стоит. Ну, в финансовом смысле. А, ну, ладно, поменяй. Я напишу дешевые. Ты что, дурак, что ли? Это тоже зачеркни. Напиши «уважаемые». Уважаемые? Уважаемые. А чё сразу нет «товагищи»? Я на броневичок ещё смогу залезть. Не умничай давай. Вот. Написал? Написал. Хорошо. Так. Поздравляем вас с великим праздником Международным женским днём. Чё смотришь? Пиши давай. Слушай, а ты уверен, что он великий? А что, нет, что ли? Ну, как-то мелковато для великого. Давай я зачеркну «великий», а то ещё зазнаются. Хорошо, хорошо. Кстати, ты случайно не знаешь, почему он вдруг международный, хотя празднуется только у нас, по-моему? Без понятия. Вот и я тоже. Знаешь, зачеркни международным, хорошо? Пиши, желаем вам... Что бы им такого пожелать-то? Счастья в личной жизни. Как сказал? Счастья в личной жизни. Счастья в личной жизни? Вы что, Винни-Пухи, что ли? Не оригинально. Напиши «счастья, здоровья и любви». Хотя, знаешь что, здоровье зачеркни, а то еще подумают, что мы их больными считаем. Уж некоторых так точно. Ну, ним об этом лучше не сообщать, да? Так, любви тоже вычеркну, а то еще назовут нас пошляками и подумают, что мы им таким образом делаем неприличные намеки. Но мы ж ведь делаем. Мы делаем. Особенно ты. Но им-то об этом знать не обязательно. Ладушки, что там еще осталось? Счастье, да? Ну и замечательно, что счастье еще никому не помешало. Кроме тех, кто умер от счастья. А что, такие есть, что ли? Да без понятия. Ага. Пиши, помните, что вы самые верные союзницы на нашем трудном пути. Написал? Написал. Хорошо. Плохо. Почему? Причем тут союзницы? Ну, не враги же они, ну сам подумай, тут же не война. Хотя... Ну да, хотя порой с такими союзницами и враги не нужны. Это не пиши, не надо. Вот. А союзница — это нормально, это по уставу. Смеешься? Баба и устав. Ну что же, мы теперь будем о них по анекдотам, что ли, судить? Да я не о том. Баба устав бреднеет. Ну ты понял, да? Слушай, я вот прям чувствую в тебе житейскую мудрость, знаешь ли. А вот прям думал, вот чувствуется, да, вот нечто такое. Да, ты прав. Зачеркни союзницы и напиши. А, стоп, зачем ты написал враги? Зачеркни и напиши спутницы. Да, сойдет. Хотя, не по уставу, конечно, тоже. Так, вот верные, ты зачем зачеркнул верные? Но... Да, я слышал твои истории, их уже все слышали. Но бабам, в смысле это, женщинам об этом знать не обязательно, знаешь ли. Ладно, так, знаешь что, напиши вместо этого «лучшие». Ты некоторых из них видел? Да все видели, господи. Но это ж некоторые. А что ж нам врать теперь? Ну не будем же мы из одного чернослива в борще всех женщин одним миром мазать. У тебя мама был? Был. Ты чё такой злой? Я злой, потому что ты злой, дурбатьла. Ну и что ты предлагаешь написать тогда вместо этого? Ну, например... Помнишь ту историю, где одна леди разделась как-то догола и... Нет, этого мы писать не будем. Они нас за это ногами затопчут. Да? Тогда помнишь другую историю, где другая леди взяла в руку топор и... Не, за это тоже. Так, хватит, оставь лучшие в покое. Если уж так не терпится чем-нибудь заменить, можешь вот самое зачеркнуть. Я тут подумал, знаешь, вот зачеркни-ка еще и трудном пути. А то еще подумают, что мы их значение принижаем, а свое преувеличиваем. Но мы же ведь так и делаем. Не пали контору. И нашим тоже зачеркни, а то скажешь, что мы всюду пытаемся себя втиснуть, даже в женское поздравление. Но ведь его же пишем мы. Неважно. Зачеркнул? Хорошо. Так, ну, что там у нас получилось, прочти. Уважаемые женщины, поздравляем вас с женским днем. Желаем вам счастья. Помните, что вы верные спутницы на... Да, действительно, спутница на... Билиберда какая-то получилась, да? Будто бы телеграмма от КПСС. Знаешь, выкинь этот листок нафиг, ну его в баню. Возьми другой и нарисуй на нем цветок. Им хватит. Остальное на словах додумаем по ходу дела. Главное, как в тот раз, цветы не потерь до того, как мы их подарим, а с остальным-то уж мы как-нибудь справимся. Мы ж мужики. Нелегкое это дело с 8 марта поздравлять. Ну и да, вот он ваш рисунок. Поздравляем. Любите своих мужчин. Особенно меня. Я хороший. Нокс.